Место, где сбываются надежды и мечты. Привет! А ты пела? Пела? Вчера пела. А сегодня будешь? Сегодня, да, буду. Сегодня пела, была презентация книжки у меня у друга Андрея. Я сочинила красные стихи. Это Наталья у нас такая. Это у меня запись идет. Ладно. Где слова и музыка едины и просты. Место, где начало у дороги. Место, где сбываются надежды и мечты. Сережки. Красота, да. Ты какая. Ляпота. Да. А все вместе получается сколько? Получается 800. Ой, девчонки. 800. А если вы берете с колечком, полный набор. Понятно. Вот девушка взяла, то есть можно одеть вот эту штучку, сережки, и можно с колечком. Да, учиться тоже. Все, очень. Кольцо и серьги. А вы где-нибудь ВКонтакте есть? Главное, моя где-нибудь нет, есть? Я в последнее время совершенно не успеваю выложить новое украшение. У меня просто до зарплаты денег нет, а после зарплаты может и будет. Я вот сейчас... Тут есть. Я, конечно, не поклонник таких вещей, но... Ну, очень красиво. Ну, очень красиво. Я не ожидала, что они без всего. Это лучшие друзья женщины все-таки берем, да? Да, да. А это сердце? Я, например, считаю, что бриллианты вот носить каждый день это пошло, а вот нет, это можно носить. Бриллианты можно носить днем, я согласна. Нет, ну это очень. Поэтому, ну. Здравствуй, здравствуй, солнце, здравствуй и прощай. Пыль дорог и город за стеной. Если будет грустно, прогоняй печаль. Мы с тобою вместе, Бог с тобой. Знай, путь будет долгим, если нет друзей. Если даже некому свернуть. Нет души огней, ни с кем на живот и на вокруг. Пусть прощание будет долгим, но зато в пути будет тебя греть моя звезда. Пожатие руки, мы с тобой вместе навсегда. Не можешь отойти.